наступила зима, и в Африке тепло обычно всегда, началась метель. Когда дождь течет, то жарко, то холодно, то жарко, то холодно. Лед может растаять, и тогда получится вода. Практически уже 70% ледников растаяло. Все материки потихоньку погружаются под воду. Но мы же все-таки выживем, мы же разумные существа, у нас мозг есть. Засыхают урожа и становится больше торнадо, грозы, шторма. Везде сухо. Пожары. Наводнения, где их вообще не должно, может быть. Ну, или снег в пустыне.